Весной после долгого периода холодов природа наконец оживает, но от тепла солнечных лучей появляются не только первые цветы, но и первые клещи, которые являются разносчиками опасных для человека вирусных и бактериальных инфекций. Как известно, риск заболевания проще предупредить, чем потом бороться с последствиями. Лев решил пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Для этого выбрал клинику «Доброе дело», которой, как он сам признается, доверяет уже не первый год. Я периодически посещаю данную клинику по разным вопросам, не только я и семья, дети маленькие, тоже бываем здесь. Почему? Ну, потому что это удобно, это центр города, удобный график, можно согласовать график, отзывчивые врачи всегда идут навстречу, всегда подскажут, что нужно конкретно, чтобы вылечить то-то или то-то. Врач-терапевт собирает анамнез и проводит осмотр пациента. Если противопоказаний нет, в процедурном кабинете проходит сама вакцинация. Хранятся препараты в медицинском холодильнике, где строго соблюдается определенный температурный режим. В клинике имеются две разновидности вакцины. Все они отечественного производства, очень качественный энцевир и клещ-вак. В клинике «Доброе дело» пациенты могут сделать вакцины на все случаи жизни. То есть это и вакцины для путешественников, и все сезонные вакцинации, вакцинации для людей пожилого возраста, находящихся в группе риска по каким-то заболеваниям, а также все детские вакцины. Однако не только вакцинироваться, но и пройти медицинский осмотр у опытных, высококвалифицированных специалистов, сдать анализы, сделать УЗИ, получить консультацию, вызвать врача на дом, оформить медицинскую книжку и многое другое могут пациенты «Доброго дела». Спектр услуг клиники обширен, но самое главное – особый подход к каждому отдельному случаю, каждому пациенту, правило учреждения, которое работает уже третий год в Щелкове. Наша задача стоит не только оказать квалифицированную медицинскую помощь, но еще и индивидуально подойти к решению проблем каждого нашего пациента. У нас в клинике для этого работают очень высококвалифицированные специалисты, детские и взрослые доктора. Также много мы стараемся в своей практике применять социальных программ. В частности, каждую среду у нас День пенсионера. Мы предлагаем 50% скидку на услуги докторов. Кроме того, в клинике действует депозитная система. Предусмотрены 15% скидки для многодетных семей. Также пациенты получают кэшбэк на карту от каждой услуги. В «Добром деле» специальные предложения распространяются и на людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров. А каждый четверг действует 10% скидка на анализы для всех категорий граждан. В клинике есть возможность совершенно бесплатно сдать определенный анализ, участвующий в акции месяца. Руководство учреждения старается подобрать для участия в акции анализы, пользующиеся наибольшим спросом у населения. «Доброму делу» доверяют как щелковцы, так и жители соседних городов. Пациенты отмечают и социально ориентированный подход клиники, и профессионализм специалистов, и удобное месторасположение, что немаловажно. Клиника «Доброе дело» работает ежедневно с 7 утра до 9 вечера в центре Щелково на улице Парковая, дом 7. Анна Балиет, Александр Аржевский, Екатерина Беляева, Щелковская телевидение.